В округе отметили День отца. В Пушкино активисты молодежного центра «Точка притяжения» в честь этого праздника рисовали открытки для своих пап. Во время творческого процесса ребята рассказывали друг другу об их профессиях и семейных традициях. Сегодня мы рисуем открытку для своего отца. Мой отец всю жизнь работал на заводе. И когда мы жили в селе, мы ходили вместе с ним на озеро, кормили уточек. Сейчас традиция не изменяется, и мы каждые выходные можем съездить туда же. Я рисую эту открытку для своего папы. Он работает на заводе. И все, что я могу о нем сказать, это очень добрый и открытый, заботливый человек и отец. Он привил мне любовь к спорту и вообще к жизни приспособил. К созданию открыток ребята подошли серьезно. Несмотря на то, что рисунки были одинаковые, их смысл был разным. Отца люблю очень. Хотела бы его порадовать такой открыткой в праздник. Вот. Всегда поддерживал меня, очень ценю его. Такое мероприятие очень важно для того, чтобы дети помнили о семейных ценностях, о своем родном доме, о людях, которые всегда поддержат и примут. В Красноармейске также отметили День отца. Там прошла встреча со старшим сержантом, участником СВО Леонидом Соболевым. Он рассказал про свою службу, семью, ранения, про спортивное увлечение и о том, как он сейчас живет. Как бы мне ни казалось, да, тяжелая эта жизнь, я все равно стою, иду и делаю благие дела. Будь то уроки мужества, сбор гуманитарной помощи, посещение госпиталей, за Лёнку съездить, гуманитарку отвезти, спортом заниматься. Все это есть место в моей жизни, да, и как вы заметили, у меня две прекрасные дочки, вот, занимаюсь их воспитанием. То есть полноценная жизнь без преград. На встрече присутствовали волонтеры Подмосковья, члены клуба «Активное долголетие» и жители города, а также заместитель председателя комитета по образованию, по работе с детьми и молодежью администрации округа Юлия Ивлева. Данное мероприятие важно для нашего подрастающего поколения. Мы работаем в развитии нашего гражданского долга, патриотического воспитания нашей молодежи. А также очень важно то, что у нас идет связь между взрослым поколением и нашей молодежью. В конце мероприятия все гости задавали вопросы герою и были очень впечатлены встречей. Сегодня была замечательная встреча. Герой нам очень понравился. Почаще нужно так собираться. Да, встреча была очень замечательная. Рассказали много всего нового и интересного. Как происходили события, в каких условиях и все прочее. Алина Рогожна, Мария Хабабенко, Антон Орловский, Яков Глейзер. Новости Большого округа.